Дружище, спасибо тебе большое за поддержку. Не забудь подписаться на мой инстаграм, ссылка на который находится в описании. И я вас сразу хочу предупредить, что это просто нарезка моих моментов, где я пытаюсь сломать игру UFC 4. Такой ролик уже был на канале, только я пытался так сделать в третьей части, поэтому где-то, может быть, я что-то не поясняю. Просто вот, да, вот идет как нарезка, но я думаю, должно быть все понятно. Приятного просмотра. Итак, дорогие друзья, всем привет, с вами, как всегда, Антон, и когда-то я снимал ролик, который назвал «Топ-7 подставных нокаутов в UFC 3», и сегодня я хочу его повторить. Мне будет опять помогать жена, но перед этим я хочу сказать вам следующее. Друзья, уже в это воскресенье, 28 марта, пройдет легендарный реванш между Стипе Миочичем и Фрэнсисом Ганну. И если вы хотите подогреть интерес к этой встрече, вы можете сделать свой прогноз у ребят из BetBoom. Всего 15 секунд на регистрацию, у вас есть широкая линия событий, и плюс ко всему этому кэшбэк каждую неделю до 10%. А мой промик Balmy даст вам до 2000 рублей при регистрации, поэтому не стесняйся и переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Так, бля, мне честно, вот такую хуйню снимать даже самому интересно. Короче, пацаны, план такой. Я буду делать те же самые нокауты, которые я делал в третьей части. Посмотрим, как здесь физика устроена. И первый нокаут будет выглядеть следующим образом. Жена моя будет делать тейкдаун, захват лодыжки, а я буду пытаться сделать раскат грома. Блять, только не пизди, что я тебя не ударю. Давай, еще раз. Ты что, прикалываешься? Еще раз. Короче, пацаны, пытаемся сделать этот нокаут, но мы не можем даже попасть, то есть мы не можем даже нанести урона. Я, наверное, буду это вам показывать все одновременно и рассказывать. В третьей части, наверное, я буду приводить, так скажем, знаете, пример, как было в третьей части и что теперь мы имеем в четвертой части. Я не знаю, почему мы не можем нанести, ну, какой-то урон, то есть там ноги попадают по голове. Но урон никакой не проходит. Очень странно. Я не знаю, почему это. Ну, четвертая часть пока что в жопе. Так, давай еще раз. Короче, друзья, здесь нокаут провален. Мы ничего сделать с этим не можем. Дальше, ну, толку пробовать нету, потому что зачем? Я никакого урона вообще не наношу. Итак, следующий нокаут, друзья, это когда моя жена будет промахиваться колесом, а я пробиваю вертушку. Интересно, как здесь будет реализован этот нокаут, посмотрим на физику человека. То есть, сделает он сальто, не сделает, ляжет он, например, какую-то заскриптованную позицию, не ляжет. Вот смотрите, как было в третьей части. Еще раз. Блять, это не... Это не то, что я хотел, но тоже прикольно. Делай. Ни хрена здесь, это с удара, пацаны. Там я не помню, сколько я жизни отнимал для того, чтобы сделать такой нокаут. Здесь с удара я смог вырубить. Сейчас еще раз попробуем. Ну вы все, наверное, попытки увидите, которые грамотные. А? А, повтор, точно. Здесь же повтор есть. Здесь повторы херовые, вот если честно. Вот как, что это за повтор, да? И не вырубил его. Делай. Начинается. Я вспомнил то удовольствие, когда я пытался сломать игру в третьей части. Делай. Бля, даже жена заржала. Отвечаю, пацаны, это было круто. Этот нокаут пришел сам по себе у меня в голове. То есть я понял, что можно поменять стойку у Барбозы и ударить, попробовать в затылок. Но сейчас мы попробуем еще и в затылок ударить. Сука, это интересная тема. Жесть. Охренеть. Ну, блин, повторы такие дерьмовые, вот честно. Делай. И где корпус здоровья? Вы видели, пацаны? Смотрим еще раз. Пробую еще раз делать. Видите, я по корпусу. Я пытаюсь таким ударом вырубить корпус. Но мне кажется, что это просто невозможно. А почему? Я попадаю по корпусу, по горбу. Делай. Ну блин, ну это в затылок. Ну короче, мы пришли к выводу опять о том, что мы вот с каких-то нестандартных, так скажем, сторон не можем вырубить своего соперника. Я поломал корпус.
Я один раз, помните, нанес так, что корпуса вообще здоровья не было. То есть там очень большой урон прошел. И все. Ну, блин, я думал, что у нас получится. Это был бы очень крутой нокаут. Я не знаю, как это должно было выглядеть. Но, к сожалению, мы этого не смогли реализовать. Продолжаем. Давай теперь лоу-киками ломать ноги. Вертушками. У тебя вертушка тоже есть. Блять, что это за говно? Ну... Я расстроен пока что. Раз, два, три. Перед вами, пацаны, я не знаю, как эту игру назвать, но она меня расстроила только что. В третьей части, ну, я буду вам показывать, что у меня получалось. Этот ролик набрал 1 100 000 просмотров. И в четвертой части мне ничего не выходит. Смотрим. Ну, просто шок, пацаны. Идеальный тайминг, и мы даже не касаемся ногами. Еще раз. Ой, блядь. Хочется плакать, потому что я хотел повеселиться. Я хотел, чтобы мы посмотрели, как это будет. Сейчас последний момент, который я хотел увидеть, ну, именно через ногу нокаут. Это сможем ли мы друг другу ударить лоу-киками вот так вот. Давай теперь на крестик. Два, три. Раз, два, три. Хорошо, давай также ударим через кружок. Зажимай кружок прям. Раз, два, три. Раз, два, три. Хорошо. Раз, два, три. Ну, попадаем же по ногам. Раз, два, три. О! Раз, два, три. 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 Блин, ну... Пока что вышло вот так вот. То есть ничего прям здесь, знаете, того, что хотелось бы вам показать, нету. Но сейчас будем пробовать дальше что-то мутить с лоу-киками. Ноги просто проходят сквозь друг друга, и ничего не происходит. Здесь вроде бы похоже на какой-то удар, смотрим. Типа мы били друг другу. Мы хотели так, чтобы мы били другими ногами. Но пока мы получили вот такую вот анимацию. Раз, два, три. Вот видите, ну блин, ну что это за бред, а? Раз, два, три. Это ж обычная ситуация. Ну типа, лоу-киками могут бойцы встретиться. Раз, два, три. Раз, два, три. Блять, ну наконец-то хоть... Вот она анимация, ну похожая хоть на что-то. Три. Хорош! Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Блять, ну что это такое? Раз, два, три. Ну блин, это не то, это не то, я не попал. Раз, два, три. Блин, я поп... И не смог вырубить, мне кажется, я и не вырублю никогда. То есть иди сюда. Раз, два, три. Ну, блин! Мы прям ровно, вот она анимация, пацаны. То есть, если я бью левой ногой, а Маша стоит, я в стойке левши, Маша в стойке правши, и мы бьем левыми ногами, то получается неплохая анимация. Раз, два, три. Это не то. Посмотрите, что происходит. Бля, в каком это фильме было, где Ван Дам бил, короче, об эту. А, нет, еще в Джеки Чане была такая херня. Вы видели, что происходило? Я все не успокаиваюсь, пацаны, уже 40 минут ногами бью. Просто шок. Пошла нахуй игра. Короче, пацаны, два часа, ну час точно, я ебался. Сорян за мат, но я просто в бешенстве отвечаю, почему нельзя это сделать. Ничего не ломается, все проходит сквозь ноги. Были какие-то попытки нормальные, да, в соприкосновении, когда бойцы бьют лоу-кики. Но это выглядело, я говорю, как будто снимался фильм про Джеки Чана, вот как они на крыше друг другу ноги пытались сломать. Ладно, продолжаю дальше искать какое-нибудь дерьмо.
Ты меня должна вырубить. Раз, два, три. Чего? А куда ты? Ты видела, куда ты вырубила? Куда? А, я тебя вырубил? Бля, погодьте, пацаны. У меня такой момент, короче, был за Брюса Ли. Я забито Магомед Шарипова так вырубил. А, я попал в голову прям. Я понял. Я просто не увидел нихера. Он, как это называется? Деп или как это? Деп, да? Вон он, деп сделал. Так, давай еще раз пробовать. Бля, я с этими лоу-кикками даже, знаешь, ну как-то... Охуенно. Ебать! Ну наконец-то! Бля, у меня собака задрожит сейчас от моих выкриков. Наконец-то хоть что-то смешное. И хоть что-то интересное я вам смогу показать в этой игре. Сейчас, конечно, еще что-нибудь понапридумаю. Такое... А кот ты меня вырубила? Подмышку? Блять, она меня еще и не в голову вырубила. Ё-моё, жесть. Так, давай еще раз тогда пробовать. Так же. Раз, два, три. Опять подмышку, да? Раз, два, три. Бля. Раз, два, три. Жесть. И судья вот, он что в третьей части вылезал, как наркоман, и не, ну, непонятно откуда, что в этой. То... Я сейчас покажу повтор, покажу. Ладно, здесь, наверное, ничего такого прям не произойдет. Вот он удар. Ну, теперь она попала. Ну, тот нокаут прикольней был. Бля, вот где нокаут виден, да? Вот что это такое? А, ну вот здесь нормально еще более-менее. Когда я создал ролик, чел написал следующий комментарий. Выруби лещом Диеза Петиса в момент, когда он отворачивается насмешкой. Тип батин подзатыльник. Вот она, эта насмешка. И жена сейчас должна меня ударить пощечиной. Не знаю, ну, будет ли это прикольно. Просто увидел этот комментарий, потому что читал комментарии. Я вас спрашивал, типа, какие сделать нокауты. И вот человек написал. Чисто в рожу. Я не знаю, как реагировать, пацаны, но когда я поймал тайминг и дал прям в рожу жене, ну, вы поняли, блядь, барбозе, ё-моё. Ну, как-то было прикольнее. А кто это? А, это Петис, блядь, какому барбозе? У меня уже крыша едет просто от лоу-киков. Я говорю, я на лоу-киках застрял на час, а то и больше. Ну, короче, здесь ничего такого симпатичного не получилось. Симпатичнее даже... А? Вот так вот прикольнее. Давай-давай-давай, вставай. Вот так прикольнее, друзья. Я все равно захотел это повторить и показать. Вот так прикольней. Жесть. Жалко, крови нету, но... Я просто голову не отбивал жене. Охренеть, что у него с грибами? Я не помню, был ли такой в третьей части. Сейчас я посмотрю все. Собака думает, что семья дебилов. Просто жесть. Вы видели этот накал? Сейчас будем смотреть. Да, бля, голимые повторы, просто жесть. Вообще ничего не видно, блядь. Я, наверное, буду вам вставлять просто повтор основной, только он будет в замедленной съемке. Блин, это просто капец. Я очень сильно удивлен. Все, зачем он нам больше? Блять, мы в тот раз с тобой... Я хуй знает, сколько мы в тот раз с тобой сидели. Короче, пацаны, в третьей части тоже такая тема у меня не получалась. Блин, попробовали здесь проверить смысла
дальше двигаться нет, потому что, ну, я просто не смогу это сделать, вот и все. В третьей части мы тоже вроде бы это не реализовали до конца, потому что там не наносился смертельный урон. Делай. Делай. Блять, это в ногу! Это в ногу, блин! Давай. Ты видела, я прохуячил корпус фронт-киком! Нажимай. Делай. Блять, это в ногу! Это в ногу, блин! Сейчас попробую в корпус, пацаны, и, наверное, буду на этом заканчивать. Нажимай на нахуй. Три. Раз, два, три. Блять. Я думал, что это невозможно, но у нас получилось, пацаны. Мы нокаутировали Гейджи в ногу через фронт-кик, но когда фронт-кик не наносится, то есть дистанции не хватает, он наносит колено, и колено попадает в ногу. Мы попадали и по корпусу лоу-киком. Вот, мы ему пробиваем, и он поднимается вот через анимацию, когда у него ранена нога. Я пробовал его вырубить лоу-киком по хребту, не получалось. Что я только не пробовал. Но вот в конце концов, вот такая вот анимация, ебануться просто. Ну, хоть как-то получилось игру сломать. Раз, два, три. Я две ноги! Две ноги отнял! Раз, два, три. И причем урон очень серьезный. Раз, два, три. Раз, два, три. Охуеть. Ну... Да, я между ног его вырубил. Просто жесть. Ебать, он сам соснул еще у себя. Конечно, это мусорные шутки, типа, да? Такие они. Охренеть. Ну... Я пытался, пацаны, честно вам скажу, пытался. Раз, два, три. Ебать, мы в тот раз 7 лет! 7 лет страдали хуйней, понимаете? Вместо того, чтобы делать детей, мы в тот раз 7 лет пытались вот этот нокаут осуществить. И здесь он получается... С какой попытки? Ну, наверное, да. Ну, какой с первой? Ну, там пятая, шестая попытка. Охуеть. Просто жесть. Просто жесть. Просто шок. Короче, пацаны, точно мы сейчас посмотрели старый ролик, и там был двойной нокаут. Двойной. Из-за этого мы там провели время, я не знаю, ну часа, наверное, 2-3. Просто промучились над одним приемом. Короче, я не знаю, ну нужно ли идти дальше. В этой игре ужасно все реализовано, честно вам скажу. Я расстроился. Может быть, когда-нибудь я сделаю вторую часть, но тут ничего не работает. Просто ничего. Какие-то обычные делать подстроенный нокаут, это неинтересно. Что-то такое, что вот ломает игру, здесь это до конца, как в третьей части, не реализовано. Да и в третьей части тоже хватало, знаете, какого-то нереализма. К примеру, когда боец садится в позицию вокзального бомжа, ты обязан его добивать вот этим раскатом грома. Поэтому... Не знаю, понравился вам ролик или нет, напишите в комментариях. Я просто хотел проверить. Проверить и показать вам такой вот момент в этой игре. Как обычно, я хочу пожелать вам и вашей семье крепчайшего здоровья. С вами был Антон, всем всего хорошего и до скорых встреч.